Совещание в формате видеоселектора провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Руководитель края напомнил, что к концу года задача мобилизовать в бюджет не меньше 260 миллиардов рублей доходов. Для выполнения поставленной цели сегодня есть уже все предпосылки, отметил глава региона. В качестве резерва, в том числе и сбор имущественных налогов с физических лиц. Вот здесь тоже, коллеги, не делайте здесь компанейщины, не нужно там бить дубиной по голове, по большому счету, жителям края, как у нас это бывает, планово, системно объясняйте. Диалог, видите, сегодня с налогоплательщиками, то есть жителями нашего края об уплате имущественного налога. Но не превращайте, еще раз подчеркиваю, это в какую-то акцию галделую. Дадите до каждого жителя. До каждого жителя. Тогда будет и понятно, и результативно. Потому что эти же деньги жителям и вернутся в виде тех определенных наших программ, реализации тех программ, которые мы обещали. Отдельно обсудили ситуацию в каждом муниципалитете, где динамика поступления доходов оказалась ниже прошлогодней. Это Армавир, Успенский, Абинский, Северский и Темрюкский районы. А вот в Отличниках, где муниципальные команды гарантируют бюджетную сбалансированность, оказался 31 район, в их числе Ленинградский, Туапсинский и Кореновский.